Всем привет! Меня зовут Марс. Марсюша. Я совсем небольшого среднего размера. Весом всего 17 килограмм. Спокойный, дружелюбный. Мне 6 лет. Меня можно характеризовать такими качествами, как благородство, стать, воспитанность. Дома я знаю свое место. Я ненавязчив. Иногда могу подойти и попросить почесать меня за ушком. Я прекрасный охранник. Совсем не злюка. Но мой лай отпугнет недоброжелателя. Я очень тихий. И шум могу поднять только по уважительной причине. Я спокоен другим животным. Дружу с кошками. Но если кошки решили выяснить между собой отношения, я быстро это пресекаю. И все уходят по своим местам. Я приучен к двухразовому выгулу. На поводке веду себя идеально. А также идеально веду себя в машине. Кушаю я сухой корм, но если захотят меня побаловать натуральной пищей, я буду очень рад и благодарен. Я здоров, привит, кастрирован, обработан от паразитов. У меня есть паспорт. Идеальной семьей для меня будут взрослые, уравновешенные, ответственные люди. Желательно без маленьких детей. К деткам я не буду проявлять агрессию, рычать, но всем своим видом дам понять, что громкие звуки и тисканье мне неприятны. Я знаю, что моя семья где-то рядом. Они просто не увидели еще меня. Я очень жду свою семью и свой дом.